А хотите, котятки, я возьму вас с собой? Нет. Как много книжек! Компот, в библиотеке нужно вести себя тихо. Что? Но уже поздно, нам пора домой. Ой. Ссора. Никуда я с тобой не пойду! Не хочу! Не хочу! Быстренько! Ты чего? Ушиб. Ай! Ты уронил эту тяжесть прямо на ногу? Ай, больно в ноге! Паровозик, дых-дых-дых! День черного кота. Сараз. Ну, вот и наш черный кот удачи. Ару! Все грязные. Может, в него надо свистнуть? А где Сас? Сас! 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 Просто Сашик! Черный! Железная дорога. Паровозик, дых-дых-дых. Автомобиль 13 дых. Что? Видеть мой глаз? Где фуражка? Это мое. Ну вот. Котятки, пора пить чай. На, попей. Фруктовенько. А вы сидите тут одни. И... Тихий час. Сас. Котята обедали в гостях у бабушки. Ладно, Сас, сдать! Быстренько. Так тихо, спокойно. Тише, у котят тихий час. Ух ты! Компот, ты гей! Игра в шахматы. Какие шашки? Чё ты несёшь? Одна. Коржик, давай сыграем в шахматы. Не, компот. Это моё, это моё, это моё. Вот так. Ой, нет, вот так. Ой, лучше сюда. Ты глупая или что-то? Ой, а можно я похожу другой фигурой? Я съел твоего слона. Что? Вообще-то я раньше не играл в шахматы. Да! Фау! И мамы! У тебя вон сколько призов! А, так это не мамины, это мои! Пуп! Что? Бабушка, а зачем ты пугаешь птичек? Это будет так! Пугнуть. Быстренько. Ненадолго. Быстренько. Быстренько. Обоссались. Спасибо за угощение. Приветствуем тебя, землянин! Мы пришельцы с далекой планеты Кошариус! Мы пришли с миром! Посмотрим матч по телевизору. А потом поедем в машине и будем...